что за окном идет снег. Вот так, как видно. А я решила немножечко повозмущаться. Возмущаюсь я тем, что только музыканты могут монетизировать видео. Но в этом видео есть еще и вот если есть хореография, есть хореограф, есть танцовщики, есть коллектив, который это делает, то есть балетный коллектив или коллектив художественной самодеятельности. Есть еще целая куча, много разных людей, которые задействованы в этом видео. Но почему-то только музыканты имеют право монетизировать это видео, любое видео. Пусть это будет балет, пусть это будет какая-то гимнастика или что-то еще. Не знаю, почему. Я немножечко возмущаюсь этим. Вот возмущается внутри. Ну, потому что это неправильно. Музыка занимает там 1/10. Но почему-то только вот музыканты имеют право приватизировать, монетизировать видео. И это не только я возмущаюсь, это есть у всех. Случайная музыка или номер поставлен на музыку, но обязательно только музыканты имеют право монетизировать видео. Причем достаточно таким жестким способом. Ну нет, это немножко возмущает. А вы как думаете, ребят? А что нужно делать? А что сделать вообще? И тогда получается, что ты как бы нарушил правила. Не знаю. Вообще-то это неправильно. Совершенно неправильно.